Хедшот. Кинокомпания «Не та кнопка» представляет. Очень дикий запад, или как Ракутаген познакомился с Fistful of Franks. Ну что, шериф, готов наводить порядок? Да, есть такое. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и самая быстрая рука на Диком Западе, капитан Очевидность. Чё? Не, ничего. Револьвера быстро достаешь, Кэп. Да. Вот так вот. С почином. Благодарю тебя, капитан Очевидность. Играем сегодня в игру, которая, по сути, является просто небольшим модом. Headshot, baby, you got owned на движке Source под названием Fistful of Frags. Интересный такой шутер, небольшая игрушка в духе Дикого Запада. Так, да, сука, нагнула меня. Достаточно интересно она сделана, знаете, необычно и непривычно. Вначале вообще не можешь сориентироваться. Давай быстрее возрождайся. Во, отлично. Так, что бы нам выбрать? Сейчас что-нибудь придумаем. Вот это вот. Что-то прицеливания тут толком нет. Походу это какой-то дробовик. Дробовик какой-то, типа пистолет-дробовик. Так. Опаньки, иди сюда, мой сладкий. Давай. Да. Ой, красавчик Ракутаген. Да. Блин, тут так красиво оружие сделано. Оно не красиво сделано. Оно просто сделано необычно. Это оружие как раз той эпохи, времен Дикого Запада. И оно необычное. В наше время оно так странно смотрится. Какие-то пушки необычные, какая-то зарядка необычная. То есть, достаточно интересно. Пистолеты, дробовики, винтовки самого разного типа. С интересной зарядкой, с интересной стрельбой, с интересными... прицельными приспособлениями. Это наши? Нет, я понять не могу, где наши? И вот тут вообще в игре часто непонятно, где наши. Я не могу, просто я нуб, я не могу сориентироваться. Это наш? Нет, что он за нами бегает? Бля, это не наш? Это не наш! Хедшот. Блин, по-моему, ты своему хедшот поставил. Я вообще хер знает, куда я поставил. Ребят, я не могу тут ничего понять. Вот, но тем не менее... В целом, в общем, мне игра нравится. Ну как она нравится? Это, конечно, не игра, за которую стоит бабки платить, там, не знаю, задродить. Вот так вечерком посидеть, просто поугарать. Это угарная игра, она действительно прикольная. Но как минимум, ты не знаешь, кого ты стреляешь. То ли свои, то ли чужие. Это, по-моему, дробовик, да? Так, давайте, возрождайте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Во! Так, во! О, рачишка лук схватил. Чё, Крайзис вспомнил? Да. Так учти, это не Крайзис. Да, я сомневаюсь, что здесь лук нагибное оружие. Сила не в оружии, сила в нас, Кэп. Сейчас попробуем с лука пострелять. Мне интересно, как тут лук нагибает. Я тоже что-то уже чувствую, судя по тому, как недалеко стрела летит, не очень. Бля, сука, она летит на 2 метра. Так, ну пожалуйста. Во-во-во, я одному попал. Рандомно, сука. Давай! Вот так, детка! Тихо! На тебе! Дабл килл, деточка! Да! Смотри-ка, я попал! Где попал? Уже события? Я двоих уже загасился, суки! А ну-ка! Тихо! Я в шоке, ребята! Это лучшее оружие в этой игре! Посмотрите! Лук нагибает похлеще винтовок! Не, ну конечно, везение еще во многом. Слушай, ничего он так дамажит-то на самом деле. Попасть только с него тяжело на самом деле. Во всяком случае, нелегко. Да, блин, вот тут, конечно, траекторию надо еще. Да. Мне еще такое ощущение, как будто стрелы по-разному каждый раз летят. А это наш, что ли? Это наш. Нормально. Красавчики. А это наш? Блин, охрененная игра. Еще бы понять, где свои, где чужие. Да, как-то оно не сразу понятно. Да. Блин, это, знаете, это реально поржать. Я представляю себе с другом зайти сюда и вместе играть вдвоем, втроем, там, четвером, не знаю. Или команду вообще друзей собрать, там, человек из 10-10. И просто бегать угорать. Вот это самое то. Она реально очень смешная, но забавная игра. Вот, то есть, я не знаю, какую цель ставили разработчики, наверное, создать какую-нибудь такую реальную вестерн игру. Это у них не получилось, честно. У них получилось интересное оружие, и у них реально получилось смешно. Ну ни хрена ты себе выбрал, однозарядная пушка. Наверное, крутая волына. Вообще, наверное, просто будет сейчас сразу сносить. Но с моей точностью в этой игре у меня как-то пока не очень за... Нифига тут. Тут, кстати, с топором можно с мачете бегать. Меня один раз даже с мачете зарезали. Серьезно? То есть... Ближний бой тут тоже рулит. Он рулит, потому что не всегда можно с оружия дальнего боя попасть. То есть это не так просто.
Поэтому можно просто подбежать, кого-нибудь топором зарубить, нафиг. Так. Тут никого. Я начинаю подумывать, а может быть как-нибудь пацанов обойти? Во, наши бегут там с мачете, с топорами. Один у нас лежит уже. Прохожается, загорает, наверное, сука. Да. Черный юмор про Кутагина. Так. Что-то я пока не очень дупляю. Слышь, да унито, ты ружье-то перезаряди. А, да-да-да, сейчас, подожди. Вот так. Во, нормально. Так, это вот так можно к нам залезть сюда. Карта такая тоже, она интересная, она прямолинейная. Собственно говоря, вся игра прямолинейная. Тут никаких глубоких сюжетов, ничего. Глубокий сюжет, то есть вы поняли, да? Берешь ружье, идешь гнешь. Все нормально. Я даже не знаю предыстории этих всех битв. Собственно говоря, наверное, их просто нету. Просто ковбои друг друга олигасят, я так это понимаю. Может, что-то и есть более глубокое. Но на самом деле, никто, я уверен, тут истории не изучает. Тут именно зайти и пофаниться, и пострелять вот с таких пушек. А, все что ли? Нифига себе, ну Бито, да ты лучше всех сыграл. Да! Фантастика. Эта игра явно для таких раков, как ты. По-любому, бросаю Warface, бросаю Fortnite. Все, бросаю, короче, буду Fistful of Frags играть. Хорошая шутка от Рокутагина в стиле Петросяна. Именно так. Вот такая вот сегодня у нас была на нашем обзоре, на пробном, на гиме. Простенькая, совсем-совсем простенькая. Но, как ни странно, по-своему забавная и смешная игра, в которую можно просто ради фана именно вот вечерком поиграть, поржать. Она вот ржачная, она реально ржачная. Надо собрать, конечно, желательно своих друзей и... С ними намного-намного веселее получится. Так что, вот так вот. Если рубрика «Пробный нагиб» нравится вам, друзья, вы хотите новые какие-то и старые игры, пишите в описании, пишите в комментариях, что хотите увидеть. Я почитаю и постараюсь что-нибудь классное для вас снять. А если видео понравилось вам, то ставьте лайки. По желанию, яйки чешите обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Нагиб.